Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о церкви Николая Чудотворца, которая была построена в 1855 году в Сокольском районе около реки Ширмакша в деревне Дресвищи. В церкви проводились службы до 1960 года, когда она была закрыта. Среди местных жителей ходит легенда, что примерно в 70-х годах местный участковый на тракторе пытался снести церковь, но у него ничего не вышло. После этого он пропал без вести, но спустя какое-то время нашли и его обезглавленное тело. Возможно, это все было на самом деле. Сегодня мы приехали посмотреть на этот храм и показать его вам. Надеюсь, вам будет интересно.